храбрые рыцари, благородные дамы! К нам прибыл цвет рыцарства лучший самый, из дальних краев все с великой охотой. Прибывают потешить себя благородной работой. Проверим же, все ли участники с нами. Их имена воспевать мы готовы годами. Альмерин, барон Лонфаля! Линос из Метины! Райнфарн из Сатре! Хормакерспарк из Мерта! Данимир из Труа! Ги де Буа-Фресне, рыцарь княгини Анариетты! Дельвин из Крижо! Граф Талис из Дорндаля, Анси, принц Лирии и Ривии, Геральт из Ривии. Бурные аплодисменты Грегуару де Гаргон, славный молчащий рыцарь, чемпион прошлого года, победитель этого года. Дабы подтвердить свой триумф, сойдется в яростной схватке с рыцарем Грегуаром. Чье-то невежество требует, чтобы я комментарий оставил. Вижу, придется напомнить вам суть наших правил. Да уж, будьте добры. Прежде чем время стремительно... А нормальным языком можно? Исключено. Пока не вышло время, успейте все решить. Проехать все ворота, 5 целей поразить, чтоб с каждой сбитой куклой минуты прибавлять. И каждый меткий выстрел добавит их опять. Ой, теперь-то все ясно. Как ты смеешь участвовать в турнире для благородных рыцарей? Моя мать, королева Лирии и Ривии Мева, произвела тебя в рыцари, а ты бежал из ее войска через несколько дней. Твое участие в этом турнире оскорбляет меня. А твое оскорбляет всякий хороший вкус. Если ты уже закончил, отойди, принц. Вот королева турнира Вивиенна, что вдохновит вас на бой непременно. Привет вам, доблестные рыцари. Пусть моя милость ведет вас, указуя дорогу чести, мужества и славы. Прими пожелание счастья, рыцарь, и сосредоточь все свои силы на турнире, и только на нем. Ваш час настал, пришпорьте скакуна, но чтоб вперед пробиться, удача вам нужна. Благородные дамы и их кавалеры, туча всадников резвых, ретивых без меры, обгоняя друг друга, помчится сейчас. Таково развлечение для страждущих масс. Пред нами славный Геральт промчится во весь дух. Скакун его, как ветер, а силы в нем на двух.